Всем привет! Меня зовут Надежда Касьянова. Мой ник в Инстаграме Надин де Тревиле. И сегодня я преподаватель Doodle & Sketch. На моем уроке вы узнаете, что такое стиль стимпанк, а как правильно подобрать палитру маркеров для того, чтобы рисовать скетчи в стиле стимпанк, как правильно их смешивать между собой, чтобы получались красивые градиенты, как нарисовать красивую объемную металлическую поверхность. И для закрепления материала мы нарисуем с вами вот такую вот рыбку в стиле стимпанк. Надеюсь, мой урок вам понравится. Давайте начнем наше рисование. Очень удобно делать градиенты кисточкой. Светлая здесь, средняя, темная, средняя. Это такая совсем-совсем минимальная палитра, но уже с ней вы сможете вполне себе рисовать стимпанк. Самый темный B40, да? Они выделялись.